Здравствуйте. На телеканале «Культура» краткий выпуск информационной программы «Вести». Саммит СНГ, намеченный на 19 марта, перенесен на более поздний срок, предположительно на 3 декаду апреля. Новые сроки проведения саммита поручено согласовать представителям российского правительства Рыбкину, Адамишину и Пастухову. В ближайшее время с этой целью они посетят столицы стран Содружества. По информации Интерфакса, перенос саммита вызван болезнью президента России. Сегодня консилиум врачей предписал Борису Ельцину полупостельный режим и рекомендовал отменить все мероприятия, намеченные на эту неделю. Председатель правительства России Виктор Черномырдин встретился сегодня с премьер-министром Молдавии Ионом Чубуком. На встрече обсуждались проблемы налаживания двусторонних экономических отношений между двумя государствами и помощи России в ликвидации последствий стихийных бедствий в Молдавии. Те же проблемы молдавский премьер уже обсуждал сегодня с мэром Москвы Юрием Лужковым. «Молдавия нуждается в долгосрочных контрактах как с Москвой, так и со всей Россией», заявил Ион Чубук. Сегодня же российский премьер беседовал по телефону с президентом Украины Леонидом Кучмой. Они обсудили ход реализации программы экономического сотрудничества, подписанной недавно в Киеве. Совет Государственной Думы решил провести внеочередное заседание палаты, посвященное рассмотрению проекта нового налогового кодекса в начале апреля. В ближайшую пятницу, а не завтра, как планировалось ранее, должно пройти голосование по постановлению, касающемуся работы правительства по исполнению бюджета 97. А сегодня в Нижней Палате ждут официальный ответ из Генпрокуратуры на заявление группы депутатов-яблочников с требованием привлечь к уголовной ответственности лидера ЛДПР Жириновского. В связи с этим первый вице-спикер Думы Владимир Рыжков считает, что мнение депутатов может не совпасть с точки зрения прокуратуры. Я думаю, что, может быть, на первый раз простят, но если повторятся эти безобразия, то у меня нет сомнений, что палата даст согласие на лишение депутатской неприкосновенности. И депутатам теперь уже придется определять свою позицию. Как только что передал Итартас, Генеральная прокуратура сегодня возбудила уголовное дело по факту действий лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского в Госдуме 11 марта. Расследование данного уголовного дела поручено Следственному комитету МВД России. Сегодняшнее заседание комиссии по оперативным вопросам правительства России провел первый вице-премьер Анатолий Чубайс. 1 апреля, по его словам, жизнь в стране резко изменится. Минфин вводит для бюджетников, пока имеются в виду только силовые структуры, натуральные лимиты потребления энергоресурсов. Это значит, что определенное количество киловатт-часов в месяц, потребляемых в военных городках или на оборонных объектах, будет оплачивать государство. Плата же за энергию сверх этого лимита становится делом самих силовиков. Похоже, в экономической истории страны может открыться новая страница – страница отключений. Решение ввести натуральные лимиты на энергию было принято правительством еще в прошлом году. Но до сих пор только Министерство обороны открыло Минфину данные о своих энергопотребностях, на основании которых и будут эти лимиты исчисляться. МВД, ФСБ, таможни и пограничники пока работу над лимитами саботируют. Однако и их не минуют перемены. Министр топлива и энергетики Сергей Кириенко пообещал тем силовикам, которые до 31 марта так и не предоставят собственные данные, просто срезать на 30% объем бюджетного финансирования от прошлого года. Оставшийся и будет их лимит. В Армении продолжается подсчет голосов избирателей, поданных за кандидатов в президенты страны. По последним данным Центра избиркома, лидером пока остается Роберт Кочерян. Он набрал уже более 40% голосов избирателей. Однако данных о результатах голосования в Ереване пока еще нет. Сегодня стало известно имя нового главы правительства Китая. Премьером Госсовета Китая назначен 70-летний Чжу Жунцзи. Чжу Жунцзи считают выдвиженцем отца китайских реформ Дэн Сяопина и самым последовательным приверженцем начатых им рыночных преобразований. Новый глава правительства первоочередной задачей видит акционирование собственности газсектора. Вечером в понедельник в Кильском канале, соединяющем Балтийское и Северное море, произошла авария. Шедший под германским флагом сухогруз «Балтик Керриер» при невыясненных обстоятельствах столкнулся с голландским судном «Флинтердам». Германский сухогруз длиной более 80 метров получил большую пробоину и практически затонул. «Флинтердам» смог продолжить путь до ближайшего порта, где встал на ремонт. Человеческих жертв нет. Еще об одном событии дня. Сегодня космический корабль «Прогресс М-38» пристыковался к орбитальной станции «Мир». По плану стыковка должна была проходить в автоматическом режиме. Однако в последний момент из-за сбоев в автоматике экипаж орбитальной станции вынужден был воспользоваться ручным управлением. Следующий выпуск новостей на канале «Культура» выйдет в эфир через 2 часа. Всего вам доброго, до встречи.